Первоуральске подвели итоги весеннего призыва. На службу вооруженные силы из нашего города отправились 129 молодых людей. Подлежало явке всего на мероприятие призыва 819 человек. В том числе старший возраст 463. Оповещено 786 человек. Вызывалось на призывную комиссию 786 человек, как я сказал ранее, все они явились. Большинство призванных первоуральцев, 65 человек, несут службу в сухопутных частях. В подразделение воздушно-космических сил отправились 34 человека, 28 из них служат в горном щите. В целом первоуральцы пополнят ряды 10 родов войск. Что касается так называемых уклонистов, то их число растет. На сегодня в длительном розыске 33 человека. Осенний призыв стартует в Первоуральске уже в августе. Пройти призывную комиссию должны будут более 600 молодых людей.